Виктор Данилович, как человек хозяйственный, напольное покрытие для своего дома выбирал долго. Ламинат на кухне у него уже был, но вздулся через 3 года. Линолеум тоже быстро пришел в негодность. А полы из натурального паркета стоят очень дорого и требуют специального ухода. Свой выбор Виктор Данилович остановил на напольном покрытии «Аллюр». На российском рынке оно появилось совсем недавно, но уже получило народное название «Быстрый пол». И вот почему. Здесь применяется уникальная методика монтажа. Покрытие «Аллюр» можно укладывать без подложки на необработанную поверхность или на старое покрытие – натуральное дерево, бетон, оргалит, линолеум, керамическую плитку. Можно положить под «Аллюр» и теплые полы. Элементы покрытия крепятся друг к другу, а не к полу, благодаря специальной клеящейся полосе «Грип-стрип». А чтобы обрезать планку, достаточно сделать неглубокий надрез ножом. Планка легко отламывается по срезу. И правда, какой быстрый пол. Ложился за 2 часа, 15 квадратных метров все-таки. И какая красота. Выглядит, как будто бы из натурального дерева. Разнообразный выбор фактур напольного покрытия «Аллюр» позволяет подобрать его под любой интерьер. Виниловый паркет «Аллюр» – это продукт новейшей технологии, предназначен для тех, кто любит ценить свое время и считать свои деньги. Великолепная альтернатива паркету, ламинату, керамической плитке. Благодаря своим свойствам «Аллюр» – долговечное напольное покрытие, благостойкий, абсолютно не боится воды, можно применять его в душевых и ванных комнатах. Повышенный класс износостойкости можно применять в бильярдных залах, кафе, ресторанах, офисах, местах повышенной проходимости. Экологически чистый продукт нашел свое применение в школьных, дошкольных и медицинских учреждениях. Теплые бесшумные полы «Аллюр» создают атмосферу уюта в вашем доме. Наш эксперимент показал, что уложить напольное покрытие «Аллюр» – это действительно быстро и просто. При этом отсутствует мусор и раздражающий звук лобзика. Плюс ко всему, это покрытие ударопоглощающее. Упавшая кружка не разбилась, не повредила пол и не наделала грохота. И самое главное, нам не потребовалось дополнительных укладочных материалов и специального оборудования, что дает приличную экономию.